страна. Конструкция, инструктаж на квадромашины проходили. Компания. Ожидаем, сейчас поедем на джипах в деревню Бодуинов. Наверное, ужин будет и шоу всякое. Смотри. Еще привезли. Группу привезли еще одну. Инструктаж проводит инструктор, как надо на квадроциклах уметь управлять ей. Только вверху газ и два тормоза, и все. Вот один маленький газ. Плавно, наверное. Как корова. Вот так. Плавно нажимаем и два тормоза. Хотите остановиться, ради бога. Отпускаем руки и нажимаем на рейс. Это тормоз. Я одновременно поедем. И плавно, конечно, тоже нажимаем. То есть мы колонны видим. А вот так, что-то понятно. Про что, давай быстрее. Больше так. Инструктор показывает медленно лучше. А вот так управлять. Вы нам хотите сказать, помогите. Объясняет, как ехать медленно, быстрее колонны. То, в принципе, все просто. Нужно научиться всем. Понятно, что группа. Мы проверяем вас. Встали на сафари, супер сафари экскурсии. Баги, спайдер-машины. И вот сейчас поедем в лагерь Бодуинов. Сейчас уже. Ну, что-то долго ждем. Да, обещали пораньше приехать в течение 20 минут, а что-то уже сидим полчаса. Наконец-то вышли. Сейчас поедем на джипах в лагерь Бодуинов. На верблюдах кататься и тому подобное. Другое. Всем привет. Такой мех там. Поехали в лагерь Бодуинов. Извините. Вторыми. Поехали по пустыне Сахара, как-то песок, твердая такая почва, как стиральная доска. Поехали, музыку нам включали, песни египетские, так было весело, фотограф видео снимал, ну, в лагерь Бодуинов он сказал, что приедем, там местный быт посмотрим, покатаемся на верблюдах, фото, видео сделаем на фоне красивой пустыни, также красивые там деревни Бодуинов. Ну, что будет интересно, все покажем, сами все увидите. Ну, в принципе, дискуссия очень интересная, насыщенная. Можно съездить недорого, там много видов всякие на полный день с ужином. Ну, ужин у них такой разнообразный, можно и не есть специфический, такой не очень-то что вкусный. Ну вот шоу у них вечернее очень красивое. Посмотрите, вам понравится. Приехали в лагерь Бодуинов. Сейчас на верблюда будем кататься.
закат солнца, горы, на верблюдах кататься, чай пить с лепешками. А тут еще на квадриках-то можно кататься, что привозит группу, кто дольше берет на квадриках, вот на этих машинах, на Toyota Land Cruiser, крузера старого образца. Там всякие локации тоже можно поснимать, видео поснимать, видео пофоткаться. С Таней приехали в лагерь Будуинов. Сейчас тут будем чай у нас с лепешками, да, и катание на верблюдах. Как тебе экскурсия? Долго на джипах ехали, так нормально, нравится все. Ну, на джипах долго ехали, сказали, минут 5-10, чтобы ехать, минут 15, если больше. Ну, так ничего, можно там, если супер брать. Супер багги, ой, супер сафари. Вот, смотрите, тут обзорчик. Это чревато после. Вон там верблюды. Солнце уже заходит. На этих верблюдах будем кататься сейчас. Сейчас группа одна, потом мы будем кататься. Но следующая группа, как группа, мне привозят в лагерь Будуинов. Потом чай с лепешками, я говорил. Потом обратно, наверное, там вроде ужин будет, сказали. На базе ужин, на базе. Таня сейчас поедет на верблюдах, я ее буду снимать на видео и на фото, потому что я не поеду, ну, чтобы лучшие кадры были и лучше видео, лучше самому снять, чем другим. Сами понимаете. Вот она как, типа, у них продаются кафешечка, типа, тоже сок можно купить, воду, лепешки. Лепешки вроде бесплатно будут давать. Таня пошла на верблюде кататься, садиться. Я на кто пошел? Все, на верблюде пошла кататься. Машет. Ну вот, на верблюдах катание, все входит в стоимость экскурсии, так что вот, прекрасные виды и все интересное тут. Оставайтесь с каналом «Отдых с нами. Дальние страны», подписывайтесь на канал, с нами интересно, будет еще много всяких приключений, удивительных экскурсий по Египту. Ну вот, эта экскурсия тоже обширная, удивительная. И быт посмотрели, и прокатились на багги, и квадроциклы, и все-все. И закат тоже в виде солнца на пустыне Сахара. Тоже удивительные, красивые виды и прекрасные пейзажи. Тань, руки делай. Развернули. Хорошо. У него намордника вроде нет. Но плохо только. Покатались на верблюде сейчас. Пойдем посмотрим, пофоткаемся, по видео. Пошли наверх.
видео и фото делать. Там какая-то локация. Вот интересно. Да, там для видов, наверное. Ну, виды делали. Вот, наверное, добрались. Локация какая-то. Типа смотровая площадка. Стоянка квадроциклов. Приехали на этих на джипах. Тают, наверное, будем здесь. Закат солнца. Скоро будет. Как им верблюдов? Брался. Ну, понятно. Собачки тут бегают тоже холодненькие. Мучают животину. Вот они бегают, маленькие собачки. Щенки. Ну, сверху посмотрите, так-то, в принципе, обзорчик хороший на пустыню. Ну, тоже там какая-то локация у них своеобразная, там, вверху смотровой площадки. На канале «Отдых с нами», дальние страны. Мы на сафари. Супер сафари. Закат солнца в горах, в лагере бедуинов. Так, тут собачки местные, шкодные, маленькие. Так, локация, сейчас чай будем, попьем желтого и сейчас лепешку попробуем, типа лаваша местная. Она делана в этом. Кто-нибудь сейчас? Вот она. Они вот так и живут здесь? Она? Вот так не похожи? Нет, ну вот так и готовят. А нас здесь да. Такая так, да. А обед на чем готовят? Там вот это стоит. Да. Там кровать у них вот в таких стоят. Все почти готово, сейчас скоро будем кушать, пробовать лепешечку местную. Все знаешь, да, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, все знаешь деньги. Дети не ходят. Таня, трави мне. Да. Трави. Ну, зачем, да? Всегда жить тут. Без армии, без войны. Попробуем тоже. Шаратумша? Павелла, гуллю хача или кулли багата, шаша или хача, арамач. Гуля ширин, гуллю ширин. Ну, вкусно, да. Давай, пожалуйста. Лучше лаваша. Голодный? Да, вот. Пожалуйста. Давай, да. Пожалуйста. Иди вот у меня так. Давай, держи. Идите перекусите. Еще. Просто мука, короче. Мука, да. Подкрепились лепешечкой. Сейчас пойдем чай попьем. Скажем, или каркаде, или желтый. Хелбе называется. Да, хелбе. Скажу, какой там название. Желтый чай. Научились по-египетски слово «елла». Пошли. Сейчас вот туда пришли. Сейчас нам чай принесут. Попробуем. Вот, смотрите, тоже. Баги, ой, баги, говорю, этот квадроцикл, кто больше берет, на 3 часа вот они там ездят, сюда приезжают, с той базы сюда вот, деревня Будуина, приезжают, 3 часа просто. Да, чай, думали, желтый, оказывается, черный чай просто. Что, как чай? Обычный черный чай. Я думал, желтый или каркаде лучше, каркаде дали, попробуем. Добираются. Фото, видео делают, смотровая площадочка. Поехали обратно на базу, там будет ужин у нас и конец живота, танцы. Почему ты решил, что живота? А, ну может так. Какие-то танцы? А, другие, ну какие-то танцы. Я думаю, танец живота у них да? Ну, какие-то там, может, юбку будет видеть опять, дербиш, или как он называется. Сейчас туда поедем, покажем. Ну да, поехали. Квадрика. Супер, группа.
вереница едут также, стоят. Вот солнце зашло за, за горы местные, египетские горы. Всем привет, вы на канале Отдых с нами, дальние страны. Мы в Египте, Хургада, сафари. Обратно в деревню Будуина, сейчас будет танец живота, культурная программа, посмотреть танцы. Не знаю, кормить будут, не будут. Будут? Как не будут? Будут? Да. Хорошо, что покормить. Привезли на другую базу, сейчас тут покушаем, поужинаем. Будет культурная программа. За едой. Анна Максимовна, вам что-то брать? Давайте, я, наверное, ничего не буду. Вот, дали макароны. Картошку, какие-то там типа палочки и салатик. Будет танец живота танцевать. Типа палочки какие-то, то ли из баранины, то ли из чего такое специфически. Ну так, перекусить можно, что-то такое. В принципе, вкусно. Началось танцы. Ну, на этом буду заканчивать свой выпуск очередной сафари. Потом покажем вам полный выпуск про огненное шоу «Танец живота» в деревне Бадуинов. На экскурсии сафари будет интересно. Побывайте, конечно, на этом шоу. Вам все понравится. Желаю всем счастья, здоровья, удачи. До свидания, до новых встреч, друзья. Пока-пока!